Хасавюрте, в городе славных боевых и трудовых традиций, праздничным парадом отметили 72-ю годовщину Великой Победы. По традиции празднества началось у холма воинской славы, где собрались тысячи хасавюртовцев. Здесь были ветераны войны и тыла, правоохранительных органов, воины-афганцы, участники боевых действий на Кавказе и другие категории защитников Отечества. На трибуне руководители муниципального образования города, депутаты городского собрания, представители военного комиссариата, общественные и волонтерских объединений. Глава города Зайнутдин Акмазов поздравил ветеранов и горожан с великим праздником Днем Победы, отметив, что все поколения будут помнить и гордиться духовным величием, высокой нравственной силой, самоотверженной преданностью своему народу, своей родине, всех тех, кто сражался за свободу и независимость. Великая Победа была и будет мощным источником патриотизма, веры, гордости за страну. Им, конечно, пожелаю крепкого здоровья и встретить еще столетие. Все, что мы делаем, вот эти праздники, это именно для вот этого подрастающего поколения, потому что они должны знать, что такое День Победы, какой ценой она досталась. И мы должны все сделать, чтобы они это знали, помнили и вот так же отмечали, и не только через одно, а и через десятилетие, 10 поколений, чтобы они отмечали такие праздники. Главным украшением праздничного митинга стали более 20 колонн из числа руководителей и работников предприятий, организаций и ведомств, а также образовательных учреждений, в частности, активной молодежи Хасавюрта. В общей сложности более 15 тысяч горожан и гостей города. С праздником Великой Победы всех собравшихся поздравил ветеран Великой Отечественной войны Александр Семенович Макуха. Мы один народ, и Россия у нас одна. И пока мы едины, мы непобедимы. С праздником, великим праздником, Днем Победы всех! Все, кто присутствовал на торжественном шествии, выражали в адрес ветеранов искренние слова благодарности за этот памятный великий день. Доблесть и слава героев будет жить вечно, говорит депутат Народного собрания Республики Дагестан Бисымпаша Ханалиев, который прибыл в Хасавюрт с торжественной миссией. Многие наши хасавюртовцы, дагестанцы, не вернулись из этой войны. Но хочется сегодня отдать дань уважения, чести, значит, те, которые, значит, сегодня вместе с нами. Чтоб всегда вот, был у нас мир, счастье во всем мире. В числе тех, кто пришел на праздник, чтобы поздравить ветеранов, были также маленькие жители Хасавюрта. Именно из их уст звучали самые теплые пожелания в адрес участников войны, сделавшие так много ради сохранения мира на всей земле. Поздравляю всех ветеранов, желаю вам счастья, здоровья. Дорогие ветераны, спасибо вам за победу. Это праздник, когда наши прадедушки воевали, голодали они, но они все равно одержали победу над немцами, и мы выиграли немцы. Если бы не наши ветераны, мы бы сейчас могли и не жить. С праздником победы вас, спасибо вам за мир. Поток праздничных колонн был неиссякаем. В знак солидарности перед мемориалом воинской славы прошли тысячи людей, те, кому важен этот праздник. Каждый житель Хасавюрта от мала до велика помнит и гордится героями, которые сделали все ради сохранения светлого будущего. Такой день никогда никто не забудет. Будем помнить, передавать дальше детям, чтобы этот день никто никогда не забывал. Это была тяжелая война, мы помним. За всех рад, всем желаю здоровья, счастья, чтобы больше не было никогда войны. Нашим уважаемым хасавюртовцам я желаю мирного неба над головой, чтобы долгое-долгое время они могли вот так же весело и радостно поздравлять наших ветеранов. К сожалению, мы последнее поколение, которое видит ветеранов, но тем не менее я выражаю им огромную благодарность за то, что мы сегодня их можем поздравить в такой светлый день. По завершению торжественного марша колонн из числа служащих ведомств и управлений города, учащихся и педагогов школ и колледжей, делегация в составе ветеранов войны и тыла, правоохранительных органов, воинов-афганцев и руководства города двинулась к братским могилам для возложения цветов и венков к обелиску и могилам похороненных. Мужья и сыновья не дали Русь поставить на колени, пусть будет пухом им спасенная земля цветущим садом веточка сирени. Мы помним, кто остался жив, но помнить вы должны вдвойне всех тех, кто голову сложил
на этой чудовищной войне. Торжественная и красочная церемония встречи ветеранов и руководства Хасавюрта прошла у памятника танк, сооруженному властями города в подарок герою Советского Союза Эльмурзе Джумагулову. Спасибо. Каждый из присутствующих выражали благодарность участникам войны за самый великий подвиг, отмечая, что эта победа завоевана упорством и бесстрашием, сплоченностью и братством всего советского народа. И сегодня никто не имеет права забывать о тех, кто не вернулся с полей сражений, о тех, кто ценой своей жизни подарил будущему поколению свободную страну. Нашим дорогим ветеранам я бы хотела бы пожелать мирного неба над головой, чтобы всегда-всегда светило яркое солнце. Желаю им счастья, здоровья, радости. Я чувствую радость, гордость, уважение к ветеранам. Я очень люблю этот праздник, и мы всегда его ждем. Наши ветераны проявили свое мужество, хотя они были такими молодыми. Они прыгали под пули, всегда защищали нашу родину. Мы благодарим людей, которые спасли наше отечество и дали нам будущее и мирное небо над головой. Мы очень рады и горды, что у нас есть возможность лицезреть ветеранов. Мы можем пообщаться, увидеть вживую, так как мы, возможно, последнее поколение, у которых будет такая возможность. Я очень рада, то, что сегодня я была на таком замечательном мероприятии, то, что пришли ветераны, мы должны уважать их, потому что если не они, над нами не было бы такого белого чистого неба. Я увидел ветеранов, я даже хотел с ними поздороваться. У меня было хорошее ощущение, и благодаря им мы сегодня живем. Чествование ветеранов закончилось праздничным обедом и концертом патриотической песни, организованным коллективом Управления культуры. На протяжении всех мероприятий сотрудники полиции и Управления гражданской обороны следили за порядком и безопасностью горожан. Зарема Хайбулаева, Бика Сулейманова, Бурлия Цамбиева, Тайгиб Магомеднабиев, Самат Гакаев, Расул Гаджиев. Информационная программа «Пульс».